Всем привет, я Оксана, и вы на канале Воронина Лайф. И сегодня у нас с вами распаковка и обзор моего заказа из интернет-магазина Grand Stock. Девочки, на сайте представлено более 20 тысяч товаров отечественного производства, в частности, ивановского. Это постельное белье, одежда и товары для дома. Также действуют накопительные скидки для покупателей, еженедельные акции и распродажи. В Grand Stock есть свое собственное производство под брендом Avanavi. Причем оно мне очень нравится, оно очень бюджетное, а качество очень хорошее. Так что всю нужную информацию я оставлю в описании под видео. Ссылку на интернет-магазин, ссылку на распродажу. И по моему промокоду будет действовать 10% скидка. Поэтому обязательно переходите, выбирайте и заказывайте. Девочки, ну а мы давайте начнем, потому что заказ у меня сегодня будет совсем небольшой, но все очень нужное и интересное. Девочки, у меня произошла непредвиденная ситуация. Я уже половину открыла, вам рассказала и показала, но не включила камеру. Я останавливала видео, чтобы открыть коробку. И, в общем, начинаем все сначала. Я же сказала, что сегодня будет коротенькая распаковка. Ну, интересная. Вот для меня она очень интересная. В общем, смотрите, я заказала вот такую скатерть. Как только ее увидела, сразу влюбилась в нее. Это новогодняя тематика. Позже я вам покажу ее на столе, как она смотрится. Размер 145 на 180. Коллекция Рогожка. 100% хлопок. В общем, она мне очень-очень-очень понравилась, поэтому я вам уже на столе ее покажу. Так, далее, своим детям я заказала пижамки новые, как раз к Новому году, бренд Avanavi. Причем, все, что я открывала, вот у меня пакетики, они, вся одежда была, ну, практически вся была Avanavi. То есть, если что-то не оно, я уже сейчас скажу, там все равно этикеточка повешена, да? А так вот у меня куча пакетиков, которые я распаковывала. Так что, в основном, сегодня бренд Avanavi. Так, это пижама. Вот она у меня уже есть раскрытая, распакованная. Вот такая вот кофточка. Тоненькая, не плотная, просто тоненькая. Но все идеально прошито, все очень хорошего качества. У нас уже две пижамы такие были, они из них выросли. Поэтому я заказала побольше, но мне кажется, что-то чересчур великовато я заказала. Ну ладно, мальчишки придут сейчас из сада, померяют, и мы с вами посмотрим. И вот такие вот штанишки. Такие крем-брюле цвет. Вкусный цвет. Так, дальше я себе заказала бриджи. Цены буду подписывать наверху, потому что я до этого цены называла, а сейчас, соответственно, со стрейчем. Бриджи много не бывает. Я поняла, что в последнее время я люблю бриджи. А дома очень удобно ходить. Так что очень хорошие бриджи. Померяем потом. Вики, наша Вики, заказала вот такую вот кофточку, футболочку. 44 размер. А здесь вот такой вот принт. То есть она будет такая оверсайз. Можно дома, можно в джинсы заправлять. Нейтральная расцветка. Я думаю, что она будет и на выход ее одевать. Со стрейчем она. Тоже Avanavi. Так, в подарок заказала вот такую вот пижамку детскую. Уж очень она мне понравилась. Такая мимимишная, нежная-нежная. Вот такие штанишки с брыжиками, как я люблю говорить. Что это? Брыжики? Не брыжики. Забыла слово. До этого я его правильно называла. Штанишки и вот такая вот кофточка. Смотрите. В горошек. Очень красивая. Тоже с брыжиками. Брыжики, не брыжики. Девочки, как правильно? Не валаны. Ладно, вспомню, скажу. Забыла. Так. Футболку себе заказала, тоже Avanavi, 60 размера, потому что у меня есть три футболки белого цвета, однотипные, один и тот же фасон, модель одна и та же, с V-образным вырезом, я их очень люблю, они потоньше, вот эту я не знала, и они у меня моего размера, 58-го. Вот эти вот, вот эта футболка, у нее круглый вырез, рукав очень интересный, тоже померим, посмотрим, и она со стрейчем. То есть я не знала, какой, но она мне будет нормально, потому что я уже вижу. В районе 300 рублей стоит. Вообще классная футболка. Вот прям я сейчас ее трогаю, она вообще классная. Так что померяем тоже с капри, с бриджами, с брижиками. Девочки, тунику себе вот такую. Я ее буду носить не просто туника, а вот именно с этими бриджами. Вот смотрите, какая расцветка прикольная. Цвет синий. Такой вот. Ну, он насыщенно синий, но вы видите чуть поярче, а вообще синий.
Так что я себя тоже сегодня порадовала. 58 размера. Не знаю, девочки. Надеюсь, что все будет хорошо. Так, сыну своему майку заказала. Тоже, видите, опять же, Аванари. Я уже заказывала. Он просто из нее вырос, она стала короткая. А так она очень хорошая маечка. Тоненькая, серенькая. То есть, получается, не маркая. Вот. Именно так на каждый день ходить в сад. Отличная майка. Вот она, ну, не сильно, я бы не сказала, что сильно тянется. Но она хорошо держит форму, ее не перекашивает. Знаете, вот как бывают другие ХБшные майки, когда она прям косая такая становится. Вот это вот очень хорошая маечка. Носки я в Грандсток заказывала очень много раз. Какие только не заказывала, все хорошего качества. Все ивановского производства, ивановского, Шутько, Ивановской области. То есть разные носки. Поэтому заказала мужу мужские носки. Ну, в общем, вот такие вот носочки. Синие, получается, черные и зеленые. Да? Да. Вот. Ну, будет носить. Уже летом тогда. Ну, давайте вот это покажу. Это комплект мне на кухню. Прихватка и варежка. Такое мягенькое. В горошек. Как я люблю. В горошек салатовый цвет. 183 рубля стоит. Вот я со своим зрением. Я думала, что я... у меня снимает. Не снимает. Надо в очках мне видео снимать. В общем, вот такой вот наборчик. Кстати, можно в подарок вообще заказать. Отличный подарок будет. Ну, потому что оно такое нежное, такое хорошее. Незаезженный рисунок. Видите здесь? Такая вставочка здесь тоже. Так, вот такие вот носки тоже очень хорошие. Они плотные. Это детям заказала. У нас есть такие носки. Они прям такие толстенькие. Они точно толстенькие. То есть это я уже точно вам говорю. Сейчас даже, чтобы... Наверняка вообще младшему сыну их заказал. 18-20, у меня старший носит. А младшему нет таких. Вот они прям толстенькие, хорошенькие. Не тоненькие. Толстенькие, не тоненькие. Так. Девочки, себе заказала ночную рубашку. Вот такая расцветка. Яркая, позитивная, почему бы и нет. Цвет лайм и фуксия, как я люблю. 60-й размер, стоит 378 рублей. Померим с вами. Вот сейчас к Новому году мальчишкам надо белые носки, поэтому я заказала и белые, и черные, но чтобы в комплекте были. У младшего есть, у старшего нет. Вот как раз пригодятся. Вот комплект из трех носочков. Две пары черные и одни беленькие. Ни разу не заказывала трусы детям. Сейчас поэтому одну пару заказала, посмотреть вообще как качество, как размер, маломерить, не маломерить. Это я младшему сыну выбрала. Так. Такие вот, видите, боксеры, да? Ну, слушайте, не маломерят. Нет, не маломерят. Ну, нормальный, да, 30 размер. Так что вот такие вот трусики серого цвета. Смотрите, в подарок тоже классно то, что в упаковочке. И, смотрите, классные, с Дедом Морозом. Вот в подарок прямо самое то, да. Ну, можно себе оставить, но именно такие новогодние, тематические носочки. Размер 22-24. Три пары. Так что тоже замечательно. Можно каждому члену семьи подарить, а можно просто подарить. И, девочки, знаете, что заказала? Вот это очень нужная для нас вещь. Это подушка под голову в машину. А почему? Потому что у нас младший сын очень часто засыпает, и получается, голова у него постоянно висит. Но я заказала две, потому что старшему тоже понадобится обязательно же. Вот. Но он не спит в машине. Никогда. И поэтому я решила с Новым годом и Рождество. Smart Textile. Слушайте, прикольно. Давайте глянем. Так, вот она вот так вот выглядит. Ну, приятная на ощупь. Это не то, чтобы подушка вот такая вот под шею, да? А половинчатая подушка. Вот голова слетела и вот так вот положил. И все удобно. То есть она будет лежать, допустим, наверху там, сзади, где заднее стекло, да, в машине. И здесь можно вот эту штуку снять, она на липучках. И вынуть и вот эту вот постирать. То есть, ну, понятно, что пыль будет ложиться, и как-то она там будет, мало ли, валяться или еще что-то. Ну, и вот такая вот. Я считаю, что это очень удобная штучка. Много места не занимает. Ну, и посмотрим вообще, как я потом во влогах расскажу. Но вот так вот я себе сейчас приложила. Ребенок уснул, то есть так не надо с ней ехать, ну, как бы, потому что им надо ворочаться. А уснул, хоп, подложил, и все. А перекинул он голову в другую сторону. Остановился и в другую сторону подложил.
Так что, девочки, вот такой вот у меня сегодня заказ. Сейчас мы с вами все померим и посмотрим скатерть. Девочки, смотрите, может быть, непонятно на руках показала, поэтому вот решила вот именно самое такое, в чем сомневаюсь, показать вот так. То есть вот эта футболка очень хорошего качества, она очень мягкая. Я вот люблю вещи, которые не нужно гладить. Это вот просто она так лежит. А так по факту она, смотрите, гладить ничего не нужно. Она мягкая-мягкая. Так что, девочки, тоже вот обратите внимание. Классно. Ей с носу не будет. Вот пижамка вот эта детская. Вот так она выглядит. Тоже очень хорошего качества. И, чтобы понимали, трусики, маечка и трусики, серого цвета одно, серого другое, но я не комплект заказывала, потому что майка старшему, а трусы младшему. Чтобы вы понимали, что какая расцветка. Здесь в голубизну отдает. По факту они просто серые. А майка, ну, видно какого цвета, да? Вот они такие серо-голубые, но не такие ярко-голубые. Девочки, смотрите, какая скатерть. Она, во-первых, такая прям большая, ну, прям большая. И классная. Я в восторге. Вот, честное слово. Смотрите, и елочки всякие разные причем. Игрушки тоже разные. Снеговичок. Вообще, она мне так нравится. Вообще очень красивая. Такая новогодняя тематика. И можно на Новый год на стол постелить. И в то же время можно сейчас перед Новым годом здесь в кухне сидеть. Ну, если даже заляпают. Ну, у меня силиконовая есть клеенка. Если заляпают, то в принципе... Быстренько ее постирала, все, да? В общем, мне, девочки, очень нравится. Очень вот такой принт. Прям елочки, смотрите, какие. Снежинки. Классные. Мальчики. Всем привет. В общем, смотрите, уберите шарики свои от пижамок. Вот такие пижамки. В общем, на Феде прям его размер. Я люблю, когда вот такая вот длина, даже когда они покороче. А кофточка прям его размер. А вот у Арсения, потому что у нас крепыш, а, рукава, вот дай вот эту ручку. Мам, ну почему он крепыш? Крепыш, потому что у нас крепыш. А я? А ты стройняш. Я гончик. А здесь рукав вот я загнула, то есть она ему великовата. И штаны тоже. Мама, ты кажи, а так я... красиво. Мама, ты кажи, что я Влада 4. Влада 4? Ну ты Влада 4. Если нет, такой... да. Ты что ли, Арсений? Ты гончик. Вот, а, вот, вам нравятся пижамки? А вот и мне покажешь. Вам когда... пижамки нравятся? Да. А вот ты мне когда-то покажешь волосы? Ладно, нет, не покрашу волосы. Все, можете быть свободны, мальчики. Так, девочки, вот она я. Что я хочу вам сказать? Футболка. Футболка. Размер все хорошо. Вот она 60-го размера. А, больше, я так считаю, не нужно. Хотя можно на животе. Блин, не рассчитала, я поправилась. Меньше не нужно точно. Но бриджи я вам не покажу. По поводу, что бриджи хочу сказать. Не покажу, девчонки. Я как подстрельная, как, не знаю, не буду выражаться. Они хорошего качества, они со стрейчем, они вообще хорошего качества. Но мне нужно было на размер побольше. Они очень меня обтянули. У меня получается, ну, некрасиво. Я даже, ну, мне стыдно показать. У меня есть подружка, благо, что новогодние праздники, ну, даже если не праздники, я, она, низ у нее похудее, чем у меня, ей прямо они будут хорошо. Вот за качество могу прям ручаться. А вот по поводу того, что я с размером ошилась, да, девочки, поэтому не обижайтесь, не покажу. Футболку могу показать. Вот футболка вот так выглядит. Ну, соответственно, я вот до сих пор могу бриджи показать. А ниже не могу, потому что она некрасива. Оно, да, понимаете, кто худенький, они прям идут размер в размер. Вот, но я говорю, я поправилась, и все. И оно получается, ноги X-образные как-то вообще. Так что, девочки, берите на размер, а то и на два побольше. А я так предполагаю, что они, хотя не будут они сваливаться, ну, они нормально сидят на мне. Ладно, я буду в позе зю, ну, то есть, как бы, все нормально, понимаете? Реально, все хорошо, но мне не нравится. То есть, носить я их не буду, потому что, блин, мне не нравится вид в них. Хотя у меня есть бриджи, вот они посвободнее мне и уже лучше. А футболочка, вот, хорошая футболочка, то есть футболочку прям рекомендую. Она стрейчевая, то есть вот она, прям видите, тянется, хорошего качества. И рукав такой хороший, я люблю такой рукав. То есть вот, как-то так. Ну, футболочку можно было бы даже на размер побольше, но, в общем-то, нормально. Девочки, туника. В общем, что хочу сказать. Мне нравится. Во-первых, рукав. Видите, 7/8 или 3/4, как он называется.
ну, красиво. Мне нравится такая длина, и, ну, во-первых, не длинный, да. Мне нравится расцветка. Мне нравится, что вырез он такой, как бы лодочкой, не круглый, а вот именно такой. Блин, она мало тянется, я вам хочу сказать. Но она 58 размера. У меня здесь даже, сейчас я отойду назад, есть место. По 5 сантиметров, я вам хочу сказать. И она худит. Ну вот я в зеркало на себя смотрю, и мне она очень нравится, девочки. И я в этих бриджах, я даже могу, наверное, сейчас показаться практически вам. Вот, сейчас опущу чуть-чуть. Смотрите. Вот такая вот туничка. Ну, я вот на себя в зеркало смотрю, не видно ничего. То есть понятно, что белая футболка, она моего размера. Ну, белая есть белая, да? А здесь вот прямо, а если втянуть животик? Слушайте, мне вот, я думала, что она будет гораздо хуже. Ну, думаю, ну, пробу возьму, потому что на картинке она смотрится очень хорошо. А здесь я вот, девочки, она мне прям нравится. Я вам что хочу сказать? Серьезно? Вот вам как? Ну, мне прям очень нравится. И она нигде вроде бы не собирает ничего. И она очень приятная, тоненькая. То есть, вот знаете, бывают там трикотажные платья, они такие плотные, жарко в них. Нет, вот мне, кстати, вот футболки, в которой я снимала, было гораздо жарче, она прям так дышит. Ну, легче мне. Вот, вот что я хотела сказать. Девочки, мне нравится, я вам хочу сказать. И расцветка мне нравится. Прям такая позитивная. Напишите ваше мнение по поводу этой туники. И сейчас я вам померю ночнушку. Вот она снова я. Что? Не ждали? Она прямо хэбэшная. Прямо, я не знаю, что за ткань. Даже я бы сказала, ситцевая. Ну, в общем, она вот такая вот. Она не стрейчевая, не трикотажная. Она вот прямо такая ситцевая. Ну, верх мне нравится, в ней свободно. Многие знают, что я люблю дома на ночнушках ходить. Ладно, перед вами я показываться не буду. Но как платье вот ее дома, как вот сарафан такой, можно носить спокойно. Тепло, у нас очень тепло, и поэтому я, правда, там в бриджах. Но здесь шов. Она очень бюджетная, и в то же время 60-й размер. Ну, слушайте, наверное, 60-й, да, она, видите, мне свободная. Но, девчонки, я как будто без нее. Она очень тоненькая, очень такая... Ну, знаете, как раньше были ночнушечки. Вот прямо самое то. Я в ней спать не буду, потому что, наверное, будет мне неудобно, потому что я привыкла в трикотажных спать. Все равно тоненький, но трикотаж. А вот эта вот она... Ну, ходить я в ней точно буду. Вообще все будет дышать замечательно. Все, как я люблю. Так, вроде бы вам все показала, все померила. Так что спасибо, что были со мной. Все ссылочки, вся информация в описании. Переходите, выбирайте, заказывайте. Все, девочки, всем спасибо, всем пока.